Здравствуйте, наши дорогие и любимые любители астрологии! Устраивайтесь поудобнее, ведь прямо сейчас вы узнаете, что для вас подготовили звезды на эту неделю. В студии Анастасия Жигальская. Поехали! Вам, дорогие и любимые наши овны, звезды советуют не принимать важных решений раньше вторника и среды. Они могут весьма существенно отразиться на финансовом положении. Вторая половина недели благоприятна для творчества и отдыха. Возможны дальние поездки, путешествия, встречи с интересными людьми. Для вас, дорогие любимые наши тельцы, звезды сулят благоприятное время для перемен. Только не оглядывайтесь назад, чтобы успешно продвигаться вперед. Обратитесь к помощи собственной интуиции. Не бойтесь высказывать смелые идеи, но не спешите воплощать замысел в жизнь, не продумав мелочей. Рассчитывайте на успех, прибыль и похвалу от начальства, дорогие и любимые наши близнецы. Вас ждет множество встреч, благодаря которым вы сможете получить неожиданную и очень ценную информацию. Не допускайте излишней суеты в мыслях и поступках. Постарайтесь определить конкретные задачи и начинайте спокойно действовать. А вам, дорогие любимые наши раки, звезды советуют заострить внимание на работе. Используйте контактность и сообразительность. Доверяйте своему чутью. Проблемы со здоровьем больше не будут вас беспокоить. Ощутите прилив энергии и сил. Вас порадуют хорошие новости. А вам, дорогие, любимые наши львы, звезды советуют быть мудрее и рассудительнее. Делайте другим только то, что хотели бы сделать для себя. Время что-то менять, научиться чему-нибудь новенькому, иначе вам станет скучно. К вашим словам может прислушаться начальство, но лишь в том случае, если фразы будут корректно сформулированы. Возможны нестандартные ситуации, и справиться с ними – можете, дорогие любимые наши девы, только благодаря находчивости и решительности. Вероятен успех в научной деятельности. Старайтесь исполнять свои обязанности на совесть. Не уходите от ответственности. Выходные проведите на даче. Выделите достаточно времени для отдыха. Практически вся ваша неделя, дорогие любимые наши весы, у вас будет посвящена работе и деловым контрактам. Почувствуйте себя погруженным в самую гущу событий. Это в целом благоприятно для реализации задуманного. Успех в профессиональной деятельности будет сопутствовать вам. А вам, дорогие любимые наши скорпионы, звезды советуют смотреть на происходящее философски. Все суета, сует. Извлеките нечто полезное для себя, просто наблюдая за развитием событий. Рутинная работа может неожиданно ознаменоваться карьерным взлетом. Активно участвовать следует только в тех делах, которые касаются лично вас. Не переоценивайте свои возможности, советуют вам на этой неделе, дорогие любимые наши стрельцы. Берегите силы, старайтесь не браться за важные дела без тщательной подготовки. В четверг будут своевременные мелкие покупки, в пятницу удачно пройдут переговоры с деловыми партнерами. Дорогие и любимые наши козероги, на работе оценят вашу готовность оперативно включиться в общее дело, но не стремитесь решать все задачи в одиночку. Начиная со вторника, будете буквально излучать уверенность в своих силах, стремление быть впереди, и эти качества будут востребованы. А вам, дорогие любимые наши водолеи, звезды советуют следить за своими высказываниями в начале недели. Среда – отличный день для обдумывания новаторских идей, хотя для этого понадобится уединение, а с ним могут возникнуть проблемы. В выходные проявите щедрость и радушие, не принимайте скоропалительных решений, момент еще не настал. Дорогие и любимые наши рыбы, вероятны перемены в личной жизни, которые положительно повлияют на многие сферы у вас на этой неделе. Хорошее время для очищения от всего лишнего и отжившего. В среду и в пятницу вам будет особенно вести в делах и в общении, если вы займете активную наступательную позицию.
На этом все, только что вы просмотрели весь прогноз для всех знаков зодиака на эту неделю. И не забывайте смотреть свой прогноз также по знаку асцендента, который очень легко рассчитать в интернете, если вы знаете точное свое время рождения, дату и место. Ну и, конечно, в конце важный совет от меня. Слушайте свое сердце. В студии была Анастасия Жигальская. Всем пока!